друзья, вот и первый снег. Не мог не остановиться. Вышел. Кайф. Снежочек такой хрустит, все беленькое. Круто. Что, поздравляю с первым снегом в Москве. 11 ноября. Еду медленно и аккуратно, потому что я на летней резине. Как говорят опытные водители, старые такие бывалые, самый опасный – это молодой снег. Так что по молодому снегу и по ровной дороге будем двигаться очень аккуратно. Режим безопасного вождения включен. Посмотрим, как будет дальше с погодой. А так дорога прям уже практически вся белая. Не знаю, как там на камеру, конечно, будет видно. Так это, если что, Новорязанское шоссе. Двигаюсь в сторону Москвы. Блин, ребят, забываю я про вас. Так что извините. Прошло сколько, не помню, сколько дней прошло с того момента, как я последнее видео записал. Дня 3, наверное, 4. Потому что не было просто времени. Один день я приехал в 3:30 утра и уехал потом без 26, пока отоспался. Сегодня такой простенький день, вчера был напряженный, куча заявок, куча заказов. Сегодня более-менее нормально. И то, сегодня поехал на Ки, вроде как думал, все быстренько сделаю, заявки маленькие. Получилось так, что на одной заявке 4 позиции не поместились, на второй заявке 1 позиция. Сейчас вот поеду на третью заявку, посмотрю, как будет там. Возможно, тоже что-то не заберу. Все откладывается на понедельник. Что еще? Снежок у нас тут был пару раз, но быстренько растаял. Продолжаю дробное питание, но график смещается. Иногда из-за того, что чуть-чуть позже просыпаюсь, сейчас вот налаживаю режим и буду вставать уже как положено, чтобы в 7 утра позавтракал и пошел каждые 3 часа перекус, обед, перекус и ужин. Сегодня вот заехал в магазин, купил себе гречу с грибами на обед и рыбку. В общем, еду-еду. Алиса мне тут настроение поднимает. Мне нужно повернуть на 6. Хоть кого-то оно такое. А, Алиса, помолчи. Как хотите. Поставил голос Алисы на навигатор. Она разговорчивая и сейчас настроение мне подняла. Еду, она такая говорит, поверните налево, на Шоссейную улицу. Хорошо, сейчас повернем налево. Вот у меня уже шизофрения с Алисой, начал разговаривать как с живым человеком. Общаться, это мое любимое. Как ваши успехи сегодня? Забыл, стою в пробке. Ну, это обычное дело в Москве, мне кажется. Тут постоянно пробки везде. Народ нервничает вокруг. Мне так пофигу. Ну, что нервничать? Смысл от твоих нервов? Ты все равно быстрее от этого не поедешь. Что-то бибикают, толкаются там. Не... Ну, для чего? Ребята, успокойтесь, успокойтесь. Это я вот говорю для тех, кто в пробках стоит и нервничает. Смысла нет от ваших нервов. Едьте себе в потоке и едьте. Сейчас это все выглядит. Написано то, что мы будем 10 минут ехать всего лишь 500 метров. Представляете, какая у нас огромная скорость движения? Вот такие вот дела. Меня вообще это веселит, прям ужасно веселит. Я не знаю, почему у меня от этого настроение поднимается, но люди, я смотрю по сторонам, прям нервничают из-за этого. Пока процесс работы идет, через 2 дня, через неполных 2 дня заступаю на смену на скане на ППЦ. Возможно, сниму вам обзорчик небольшой по ней. Посмотрим, как будет.